Приветствую вас, дорогие друзья! Не забывайте подписаться на канал и нажать колокольчик, а мы начинаем! Светлана Крючкова – одна из самых известных и талантливых актрис отечественного кино и театра. О ней шла речь в новом выпуске программы Бориса Корчевникова «Судьба человека». Путь к славе Светланы Крючковой был тернист. Трудно было предугадать, что вот эта, казалось бы, невзрачная девочка станет императрицей экрана, говорил о ней режиссер Николай Гибу. Фильм «Большая перемена», где она сыграла влюбленную в главного героя Нелли Ледневу, открыл Светлану Крючкову стране, сделал ее знаменитой и всенародно любимой. Другой вехой с точки зрения популярности актрисы можно считать участие в фильме «Родня» Никиты Михалкова, где она сыграла одну из главных ролей. Нина в исполнении Крючковой полюбилась советским кинозрителям не меньше, чем Нелли Леднева. Потом были роли в оскароносных «Утомленных солнцем», в «Старых клячах» и множестве других фильмов. 2015 год стал знаковым для артистки. Летом она отметила круглую дату, ей исполнилось 65 лет. Вскоре актриса узнала, что у нее онкологическое заболевание. Лечение очень дорогое. Помогли как коллеги по театру, так и поклонники, кто оказался в курсе моего состояния, рассказывала в интервью актриса. К счастью, медикам удалось спасти Светлану Крючкову. Она стала новой героиней программы Бориса Корчевникова «Судьба человека». О своих проблемах со здоровьем она предпочитает не распространяться, но для передачи сделала исключение. 26 января 2006 года у меня была клиническая смерть. Меня буквально вернули к жизни с того света, объявила актриса. Оказалось, она перенесла несколько операций под наркозом. Мальчик-анестезиолог дал мне наркоз, а я вдруг перестала дышать. Он сказал, она не дышит. Заведующий реанимацией, к счастью, шел мимо. Он открыл дверь и вернул меня жизни. Он анестезиолог сам, что меня и спасло, рассказала народная артистка. Светлана Крючкова поделилась своими ощущениями. Когда находилась в состоянии клинической смерти, я ничего не видела. Было ощущение, что я на материнских руках. Я ощущала любовь со всех сторон и доброжелательность. Никаких завистливых взглядов. Подпишитесь, пожалуйста, на наш канал, ведь мы стараемся делать видео только для вас. Спасибо за просмотр. Thank you.